Ух, ребята, срочный выпуск в кроссаут. Сейчас больше 3 часов ночи. Не планировал записывать совсем. Кстати, нифига себе. Штормовое предупреждение в кроссауте. Секунду. Возможно, это будет громко, потому что это не запланировано. Микрофон подвинул. Ух. Режим, я его еще никогда не пробовал, честно. До сегодняшнего дня, соответственно. И я в него играл, да и выиграл. 3 раза играл. Из них 2 раза выиграл. Честно. Вот он счетчик, только 21 минуту здесь. Ну, потому что, опять же, после 3 часов ночи там обновляется все. Вот и на складе у меня вот за эти за 20 минут вот 2 ящика и 2 контейнера сделал, сам выбил. Давайте попробуем, посмотрим. Игра не перестает удивлять. У меня сейчас крафтится малыш. Ну, это все фигня. Сейчас я думаю, что-нибудь малышовый домкрат. Я не ожидал себе ничего крутого, я не ожидал себе ничего интересного. Но, блин, из 3 раз 2 занял первое место. Вот. Да, конечно. Вот аншлаг бы мне выпал. Ага. Сейчас... Чего? Что это такое? Че, могу что-то покрасить? А, это фрагмент краски. Понятно. Недолго думаю. Штормовое предупреждение. Коперник. Поехали. Вот. 3 боя. Из них 2 ящика. Шикарно, по-моему. Так, вот мы где. Прекрасно. Сюда не хочу ехать. Сюда хочу ехать. Ах, ты гнида. Есть один. First Blood. Там еще один. Арре. Арре. Заебись, мы, кстати, надо в топовом месте. В топовом месте. Это очень даже хорошо. Так, вот он, пес. Дерутся, уже дерутся. Уже дерутся. Понимаешь? Давайте вы там друг с другом разбираетесь. Петушитесь. Деконструируйте себе детали. Сижу. Так. Один пулемет остался у этого пса. 0 пулеметов остался у этого пса. Чё тебе там сзади посмотрим, дай. Да подожди, дай посмотри, чё тебе там сзади это творится. Там другие тебя пристрелят. Ну иди, дурачок. Дурилка. Понимаешь, дурилка. Самая натуральная дурилка картонная. Так. Все меньше и меньше. Вариков нет. Отсюда пока выезжать не стану. Сюда пока выезжать не стану. Мы практически на топовом месте. Нас осталось 3. 4. 4. И сейчас эти ребята где-нибудь здесь сидят. Наверное, нет. Ты. Привет тебе. Я Коперник. Привычка уже. Так, сейчас попробуем спрятаться за этим КамАЗом. Ну, в принципе, вот мы. Все, что я мог, я сделал. По ходу дела выиграли. Так, заодно сдаем. Все, мы в щели. Ну, выигрыши, чувак, извини. Нет, мы не выигрыши, блядь. Пока. Эй. Чем-то. Нас накрыло обеих, и как видишь, у нас жизнь очень активно добавляется. Я не знаю,
такого больше в жизни, меня или у него, но скорее всего у него. У него, наверное, нет? Да. Да, у него, к сожалению, было больше жизни. Но что делать, что делать? Как видишь, 10 тысяч репутации на полу не валяется. По крайней мере. Тоже большой плюс. Не подрасчитал, не увидел тот карман. Не увидел тот карман, к сожалению. Ну, зато смотри, как мы продвинулись. Мы продвинулись и фракции скитальцев, и фракции механиков неплохо. Напомню, что с 17 уровня мы будем строить Левиафана. Так, 8000-ника сюда закинули, это ни хрена не... Спасибо. Кто там был? На Е начиналось. Ну, правильно. Тут кого? 8000 очков мощности. По нам решил пострелять ради прикола. Так. Да мы в топе. Практически. Немножечко вот сюда продвинемся. Дэйли Монро, чувак. Мне кажется, что ты не в теме. Ну смотри, сейчас тебе будет пыщ. Маленький пыщ. Так, все, я здесь прячусь. Место мое не занимать. Место мое не занимать. 7 человек осталось. Единственный человек, которого я убил. А, здесь их по 8 изначально играет, да. Единственный человек, которого я убил, это и был Дэйли Монро. Никаких правил. Исключительное выживание. Так, вижу, там перестреливаются. Наш Евгейша. Евгений, 76-й год. Это же ему уже под 40 лет. Чувак. Чувак. Вон поехал, пидор. Чё, как? Ко мне поехал? Сейчас мы тебя слегка разочаруем. Товарищ. А у него, наверное, стоит охрененная обнаруживалка. Охрененная обнаруживалка у него стоит, да? Вольф. Вольф, не стреляй. Мы с тобой, знаешь, так сказать, в одной лодке. Понимаешь ли? Практически. Да хорошо тебе с твоими пушками, вонючими. Уходи. Уёбывай. У меня остался один сраный пулемет, чувак. Я им тебя раз... Нет, я очень маленький. И очень больной. Очень маленький. И очень больной автомобиль. Ёшкин кошкин. Да, сегодня нужно было сваться в последнюю очередь из-за корабля уже. Но... Как видишь, полная жесть началась. Селедка есть. Есть, естественно, Евгений. Нет, глянь, он склеил ласты. Вот не совсем Лалыч. Вольф остался. Дебуэ. 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 Понятно, понятно, кто выиграл, понятно. Это было весело. Это всегда весело, честно. Ты посмотри, по 3,5 тысячи опыта нам дает. Офигительно. Так. Чего еще? Очень нравится этот режим. Он очень интересный, очень прикольный, очень веселый. Давай посмотрим. 6 тысячники, конечно. 5-6 тысяч. Не, нормально, нормально. Все, в принципе, адекватные ребята. 5,5-6 тысяч. Единственное, что у меня очень мощная броня и очень слабое оружие. Ну, я имею в виду. Для того, чтобы разбирать, оно хорошее. А вот. Для того, чтобы, ну, в смысле, рашить. Но здесь в основном же идет, получается, в начале. Если в начале, то стрельба именно с дальних расстояний. Отсюда вряд ли пойдет. Отлично. Мы опять в топе, кстати.
Я не знаю, как нас так закидывают, почему нас так закидывают. Это не знаю, это честно, нечестно. Но... Так попадается само, я здесь ничего не подкручиваю. Да и не могу подкручивать, по-любому не могу. Так, давай-ка встанем в кустах. Просто-напросто будем стоять в кустах. Крутить своим сраным локатором. И надеяться на то, только чуть-чуть отдалю, что нас быстро не хлопнут. Вон, вижу, идет буря. Красиво очень идет. Понимаешь, в чем дело? Вот видишь, они друг против друга воюют. Они друг друга отстреливают какие-то части, какие-то детали. Соответственно, чем больше они детали друг друга отстрелят, тем легче мне. Чем легче мне, тем скорее больше вариантов того, что я займу первое место. Ну-ка, давай-ка, ракетница своей, распрощайся с ними. Пришла пора, чувак, распрощаться с ракетницей. Харе. Покатал и хватит, как говорится. Минус домкратишка. Ну давай, сейчас ты будет минус движочек еще один. Ой, пока, пока. Всего хорошего. Пес какой, а? Давай, ну отстреливай ему эту сраную пушку. Все. Еще один кончился. Они что ли вместе играли? А, спереди еще два. Отлично. Спасибо, блядь. Спасибо. И все, блин, по мне главное стреляют. Вообще шикарно. Вот если поэтому мне бомбануть, это будет край. Это будет просто край. Это будет просто жесть. Жесть, как она есть. Я, пожалуй, пойду сюда. А теперь вот сюда. А теперь я очень надеюсь, что, сучка, выживу. Сучка-вонючка. А вот в том углу было тоже, опять же, первое место было. Но, как видишь, мы заняли, опять же, второе. 9900 опыт. Это неплохо. Весьма неплохо, по-моему. Ну, как по мне так. Но опять же, это не первое место. И, кстати, 75 металлолома. За обычную битву мы получаем металлолома 10, наверное. 15 от силы. Это будет нелегко. На небо пересесть. Чем хороши ракетницы, так это тем, что их очень легко отстреливать. И они, в случае со мной, отлетают в первую очередь. Куда он делся, я не увидел. Вот он. Нифига себе. Нифига себе. Модный чувак. Нет уж. Отбросим ваши пушки, товарищи. Посмотрим, что у вас за бортом творится. С бортом у вас творится смерть. Еще один приныкался, негодяй. Приныкался, гад. Приветик, товарищ. Враг повержен номер два. В принципе, мы находимся практически в топовом месте. Практически в топовом месте. Так, переворачиваться я не намерен. Давайте-ка немножечко посидим здесь, посмотрим вот этого красавчика. Что он нам может сделать? Не так, что много на самом деле нам может сделать, а вот чувак, который сзади него, нам может сделать многое.
есть еще один минус. Так. Погнали. Эту щель. Будем здесь отсиживаться. Сука, с пушками. Сучка-вонючка. Три пушки. Ты посмотри на него. Три пушки. Место. Ух, это было жестко, это было жестко. Всего 2000 опыта. Хотя мы убили двоих, странно. Здесь как-то очки начисляются непонятным образом, на самом деле. Ну, зато хоть что там. Может, чем меньше мы трогаем людей, тем больше нам очков дается? Возможно. Опять непонятная карта. Моя нелюбимая карта. Катается. Красавчик. Не вижу, что у него отсюда, но у него две пушки. А нет. Да, две пушки, походу. Стреливается от кого-то. Надеюсь, они друг друга калечат. Потихонечку. А мы здесь за низкодетализированным дном вагона, так сказать, прячемся. Давай-ка сюда посмотрим, что там. Я в кустах. Меня не трогать. Так, привет, чувак. Давайте все уже бить. Огонь, товарищ. Твои шипы мне не страшны. А вот то, что ты взрываешься, как придурок последний, это не очень хорошо. Это, так сказать, моветон. Сейчас его встретим. Да и ладно, да харе тебе, а? Чувак. Харе тебе. Ты меня, сучечка, тоже покалечил слегка. Так, убивают друг друга, это хорошо. Место примерно топовое у нас здесь. Примерно здесь. Поэтому, ну, знаешь, без шести колес, без полного привода, шестиколесного, будет трудновато слегка. Мы попробуем выиграть. Стреляет, нет? Все нормально, все хорошо. Все хорошо, все нормально. Так, он будет вот здесь, по-моему, самое безопасное место. Мы, собственно, к нему и двинемся. Мы к нему и двинемся. Какой-то придурок. А, и здесь еще один. Спасибочки. Я еще застрял. Задом к нему, отлично. Вообще шикарно. Махани его, что ли. Совсем чуть-чуть жизни. К сожалению, на первое место не удается вырваться. Какая-то западня. Западня какая-то, да. Парарам-пам-пам. Я просто здесь отхожу иногда. Погулять, покурить и так далее, потому что, как я уже сказал, запись не запланированная. Вот, пушка скрафтилась, в принципе. Неплохо. Неплохо. Значится, у нас как вариант. Может быть. А, 4 детали еще осталось. 4 детали. Нужно еще. Кстати, у нас всего немного.
За пушку давайте-ка, наверное, скатаем. За мстителем или еще за малышом. Пушка, две кабины. Пушка, две кабины. Давайте скатаемся за ними. Да, очень, так знаешь, обильно получается с этого шторма получать такие вещи. Пушка, две кабины. Вот этого петуха. Где он? Вот он, петух. Вот она пушка. Пушка, две кабины, пушка, две кабины. Я не знаю, за малышом сейчас кататься или нет. Секунду, надо буквально подумать. Двухмалышовая система очень интересная, но при этом же, если мы будем ходить на левиафанов, она всего 0,02 стоит, 0,1. Давайте-ка сходим на Лёву. Точнее, нет, не на Лёву. В бой. За пушечкой. Может, выиграем. Может, выиграем. И тогда у нас получится боезапас, малышок и куча всего интересного. Ой, эта кнопка, погнали. Ух ты, это боты взрываются, да. Если сюда заходят люди, то боты выходят. Боты просто так уйти не могут, поэтому они... Что делают правильно в стиле игры? Взрывается все оправданно. Еще один, да ладно, это харе тебе, Эдвард. Эдвард тоже борт. У них борт еще Марция есть. Марция, вот. В принципе, все, у нас ботов больше нет. То есть онлайн заполнен. Я сейчас уже, наверное, около 4 часов утра. Тихо. У вас там двое. Вы слишком крутые для меня. Двое одновременно. Ёшкин мат, ты хорош тебе, а. Чё с нас за пулеметы стоят? Чё за пулеметы такие стоят? Ёшкин. Так, этот просылает. Как-то сдувается. Двое петушат, данжера, данжера какого-то еще. И хреново. Вот, кстати, очень интересная кабина. Дает всего, по-моему, 9 энергии, но при этом офигительно быстро. Кстати, почему завыла сирена, я так и не понял. Как бы наши двое, четверо здесь. Я сильно сомневаюсь, что нашу базу захватит при таком раскладе. У них осталось 5 человек, у нас чуть побольше. Нас вынесли только меня, походу. Нифига себе. А вот эти, кстати, ракеты фиолетовые, пламя, да. Слушай, ну нифига меня закидывают к людям. Давай, поднимай паровоз. Прикольно. Прикольно. Чисто пламя и бензобак модный. Нифига, глю. А, нифига себе! То есть она сама прям самонаводится. Это вот две пушки охреневшие, которых просто целая тьма всего. Нифига себе. 203 за один выстрел. Оу, а чё у него так быстро перезаряжается? А у него генератор на газе стоит. И по-любому охреневший для этого всего дела охладитель. Что у него за кабина? Держать не... А, у него кабина от этого, от Хаммера. Кабина от Хаммера. Но при этом... Так, у них двое осталось. Вот, в принципе, мы и выиграли. Кабина от Хаммера, которая дает десятку. Две пушки, которые жрут по хрен знает сколько. Плюс на 3 газовый генератор, который при взрыве дает... Просто критический урон всему, там что-то в районе 50 метров в радиусе по 1500 урона всему наносит. Вот и очков репутации, конечно, дали нам. Голы самые, голы. А что я хотел заработать? Я хотел заработать пушку, вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так. Погнали дальше. Блин, что-то мне кидает каким-то чувакам. Ну вот понимаешь, если на меня вот такой вот пес нападет. У меня 3 пулемета. Да, они отшибают детали на раз.
Ну вот это говно, если начнет по мне стрелять вот это вот. Это пиздец полный будет. Ребят, и это будет полный ля жопа. Это вот ракетницы, допустим. Хотя, в принципе, ракетницы, они такие же, как у меня пулеметы. Они очень узкой задачей занимаются. То есть ближний бой, вот именно данные ракетницы синие, у, по-моему, бешеных. Ближний бой и исключительно ближний бой. Бомбанул и что-то у него слегка. Поддержка огнем. Хорошо. Сверху не ослабляйтесь, ребята. Так, вот этого придурочного я явно не завалю. Он мне что-то, по-моему, даже отшиб. Что-то смог отшибить. Пошла вон. Микротачка. Так, дети. Ой, эпический центурион. Ребята, они вот падают сверху. Даже не понимают, куда попадают. Они понимают, попадают в наше царство боли и сожаления. Я не знаю, что у него сейчас там... О, у него там что-то жесткое. Нифига, еще и этот дрон. Дешманский. Да, что-то как-то мы... Не подрасчитали здесь, не совсем рассчитывают, видимо, уровни человек, потому что кто это управляет? А, это управляемый ра... 30! Ё-моё! Давай! Пау! Куда ты? Куда ты? А я думал, что у меня телефон помехи на колонке. Это, гудит КамАЗ какой-то. Так. А, вот у автотурель вообще стоит. Нифига себе, еще он сам сейчас взорвется, наверное. О, все. Это жопа. Это жопа. Наших осталось двое. Их осталось четверо. Да куда, что ты такой кривой, так хренасос? Ей-богу. Сюда нужна помощь. Что ты так... У тебя там невидимости все такое, значит, да? А как он его? Лалыча. О, ну это, кстати, прикольно. Это прикольно сделано. Еще базу захватывает. Ну сейчас будет, скорее всего, ничья. 4, 3, 2, 1 и ничья. Или мы проиграли. Поражение. Ух, приключения, да, неплохо. Давайте еще разочек сгоняем. В принципе, хрен на эту пушку у нас. Достаточно денег для того, чтобы купить. Три такие даже пушки. Достаточно, чтобы купить. Ну, закидывают каким-то слишком крутым людям. Слишком крутым людям нас закидывают. Так, а то что у нас? Захват базы. Прекрасно. Кстати, я заметил одну странную вещь. Вот сейчас у меня FPS держится 60-57, да? Ну, это как, ну, обычно. Нормально. Причем здесь тени выкрутил. Все, что только можно было. Так, наши захватывают. Не нашу базу захватывают. А, нет, нашу базу захватывают. Да ладно. Вот. А на записи мне почему-то отображается, что как вариант всего там что-то голы вообще. Ну вот, ребят, ну, конечно, блядь, молодцы. Я все понимаю. Я все понимаю. Сейчас его потушу, конечно, дико, но... Что такое сейчас потушить, конечно, это еще не ясно. Мы не смогли их задержать. Ребята, извините. Ребята, извините. Ракеты ездить, УПСМ, Е-подбор, поражение. Ну, конечно, вы-то все толпой двинулись, блядь, на их базу. Вы-то все умные такие. А нашу базу защищать будет боль. И сожаление. Да, ребята молодцы, ребята молодцы. Ничего больше не могу сказать. Давай, бой, давай.
Так, малыша я вставил в машину, собственно, при помощи того, что он ест, к сожалению, 6 энергии, а рапера ест 5 энергии. А мы, как бы так сказать, одну детальку убрали, при помощи этого машинку сдвинули назад, точнее, кабину сдвинули назад, чуть-чуть модернизировали, и получилось вот что. Вторжение. Так, похищение. Это же не Левиафан, получается, да, рейдеры атакуют наши вышки. А где Лёва? А Лёва нет. Круто. Круто. Охрененно. Так, гигантские механические монстры. К сожалению, Левиафан сдулся. Ну, давайте вот на это погоняем. Ну, вот специально я оружие Левиафана для Левиафана подготовил, но мне не пригодилось. Гигантские механические монстры. Кошмар какой, а. Давайте посмотрим, попытаемся выиграть. Просто, ну, как бы, ходить за Лёвой — это, ну, смысл той самой машины. Ну и петушить всяких ребят издали, так сказать. Так, где груз? Всё. Босс, Левиафан. Этот Левиафан, отлично. Попробуем с таким раскладом. Конечно. Не факт, что получится хорошо, но получится хотя бы что-то, в принципе, должно. Кстати, издали он почему-то мои пулеметы своими пулеметами атаковать не хочет. И это очень большой плюс. Он, видимо, не видит во мне никакого вреда. Но я по нему потихонечку наношу по 30, по 40 урона. Как видишь. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас, мне кажется, нас распетушат нашего товарища. Так, минус колеса, давай, Левушка, за Блевушку уходи. Первый пошел, я сказал. Все, первый пошел. Кстати, у нас даже относительно все цело. По крайней мере, пулеметы все целы, пока двое этих придурков уничтожали легких ребят, ну, уничтожали вдвоем Левиафан. И знаешь, что мы его уничтожили. Мы его выбили. Так. Сфинкс 95. Школотюнька. Херово у тебя, Лёва. Понимаешь такую вещь? Херово у тебя, Лёва. Херовый. Все, сфинкс отъехал быстро. Так, арре, арре. Помощник дали нам. Так, слушай, ну это, наверное, из-за того, что школьник прошлого Левиафана создавал. Мы слишком легко их разносим. Особенно с пулеметом. Еще он как-то отлетает, они все быстро очень. Ни за что не поверю, что все это... Эч! Стрелок. Так, иди-ка отсюда. Где наш чувак? Где наш охотник на Левиафана? Обдристали... Папам. Уже у нас плохо работает. Обдристанного Левиафана. Стальной тиран. Насри в карман. Так, стоп. Пушечка, пора отъехать, нет? Бокам что-то стоит, конечно, но оно может очень резво отъехать. Учти это, чувак. Все, мы трех Левиков, считай, вынесли. Ну, это не за счет меня, конечно. У меня был... Да харами толкать, сучи! Напрягает. Извините. Напрягает. Подался эмоциям, бывает. Мы, в принципе, его вот так вот скреем сейчас. Очень быстро. Что это, генератор или движок? Я не вижу. Что-то было.
Все, выиграли три Левиафана. Редко бывает такое, да, редко. И за них дают нам сколько? Тысячи всего опыта. Тысячи опыта, зато много меди. И это очень даже хорошо. Это очень даже круто. Давайте протестируем нашего хард юнипорна на подобных вещах. Ах, великолепно. Погнали на вторжение. Да, в идеале у меня, конечно, видится на Левиафанов два малыша. И хреново тьма. Так сказать, боеприпасов, потому что они, кроме толкать, мне так пушку тяжело, что пипец, отлетает, скорее всего, первым делом. Ну-ка, ну-ка, посмотрим. О-хо-хо! Я же бедный выстрел перевернула. Разлетелся. Хлопец. Давай, посмотрим, что у тебя там. Тут как его зовут? Про Кирилл? Блин, что ты так медленно делаешь? Кофе пролил какой-то. Это химическое вещество, да? Все, оно больше без пушек. Кофе пролил. Чувак, ты, конечно, молодец. Или кофе пролил, конечно, я понимаю, что все так примерно. Но, знаешь ли, тебя, чувак, петушат слегка. Так, 4 снаряда осталось. Давайте на второго босса ставим. 4 снаряда плюс перерождение, плюс рапирки. И у нас, да, к сожалению, опять с одной стороны колес. Чуть меньше, чем с другой. Бывает такое часто. Такое часто встречается. На тебя тратить я свои драгоценные снаряды не буду. Так, вот. Ну-ка, пошел отсюда, пес. Ну-ка, фу. А ну-ка, фу. Я тебе даже такой могу нехило подолбить. Опаньки. Отлично. Точнее, плохо. Чего там хорошего. Ну все же. Ё-моё, вот это тяжело ему идется. Нашему хард юнипорну. Не могу никак достать этого придурочного. Где эта Левочка? Заблевочка. Где ты, Левантус? Ёбаный Левантус. Где ты? Вон он. Сука. Моя машина сейчас похожа на кусок боли и сожаления, который еле переваливается под своим же весом. Сюда нужен двиган. Сюда нужен движок. Ну что, иначе никак. Новый босс. То есть того мы уже завалили. Отлично. Я по нему всего пару выстрелов сделал, но это не помешало нам. Аллилуйя! На, сучка! Может, хватит, товарищ? Еще и краска модная. Фига себе. Вообще, какой-то жесткий товарищ, слушай. Ничего, из такого расстояния ему насую. Потихонечку, полигонечку. Пусть и пушки больше нет, зато у нас скорость какая. Ох, ну ты у нас циркач, циркач. Аки, блядь. Хуй просы кто? Ох, все. Для меня бой кончился. Посмотрим, что наши ребята смогут сделать. Я застрял, слегка бывает. Кстати, хорошая идея. Где просто великолепно выезжаешь, и, соответственно, твой дрон расстреливает потихонечку эту петушка. Отлично, слушай. У нас есть все варианты выиграть. Нет, ракета на Левиафана, конечно, это имба. Я ничего не скажу, потому что, ну вот столько урона
ему наносить ничто не может. Даже, мне кажется, слегка нечестно по отношению к Левиафану. Он бедный, едет. У него спереди одна пурчика осталась, какая-то обгристанная, или две. Сзади осталось ничего. Это, в принципе, кончился. Знаешь, это какая-то имба, имба. Ну, что делать? Понимаешь ли? Давайте еще попробуем разочек. Штормовое предупреждение. Надеюсь, что в этот раз нам удастся завоевать первое место, потому что второе место меня не до конца устраивает, к сожалению. Ух, семитысячники даже есть, неплохо. Шеститысячники, хер бы с ними. Да, семитысячники. Так, давайте не мудрство лука, вот там какой-то петушок заседал вроде как. Привет, Андрей. Ту-ту-ту-ту-ту, скандей. Давай, давай, извините за то, что часто молчу. Я просто пытаюсь выцелить, где у него самые его слабые места. В том числе кабина. Кабина у него, да, одно из самых слабых мест. Мы находимся, ну, я бы не сказал, что в самой попке, но мы находимся в центре карты сейчас. Соответственно, движемся. Ой, от бури, извините. Сейчас с этой стороны подъедут всякие петухи, погонят. Петух, вон он. Вон он, блядь, сидит, гад, а? Какой? Какой негодяй. Давай, тебе поможем. Лишиться твоего бампера с пушками. Что, двое против меня? Да ладно. Хорэть. Тройник, блядь. Давай, давай, давай. Долби, долби. Молодец. Молодец, товарищец. Знаешь, без колес, да, чувак, далеко действительно не уедешь. Я так подумал. Да, разбирайтесь. Разбирайтесь-ка вы друг с другом. Нас осталось двое. Осталось пять колес, две пушки. В принципе, спереди очень хорошо, что одна осталась спереди, другая снизу. Одна спереди, другая снизу. Шикарно звучит. Одна сверху, другая снизу. Одна спереди, другая чуть подали. Соответственно. Так. Надеюсь, это не мне написали. Так. Где он тут пес? Нужно где-то его подловить, негодяя. Надеюсь, бан. Кому бан? Кому бан? Мне бан? Бан, бан, ну и бан. За что мне бан-то? Где-то шлицныкался и его. За этот, как он, залагало, типа? Почему он не убивается? Почему он не умирает, негодяй? Ну, типа, так и на жизни, что осталось? Не понял. Купер. Что? Меня читером обозвали? Спасибо. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо большое. Читером еще обозвали. Ну вот, в принципе, первое место. Не знаю, стоит ли еще раз сыграть. Поверьте, я никак не читерю. Вот, соответственно, откроем ящик, я думаю, один еще. Я думаю, на сегодня хватит. Так ведь? 5000. 6. Не, 6000, мы то справимся нормально. Там внизу один. Катает. Молодец. Еще один.
Давай. Всего хорошего. Негодяй какой, а? Ну, блин, негодяй. Ну, мы, знаешь, друг друга особо урон-то и не нанесли, так сказать. Так сказать, не нанесли, можно сказать. Привет. Отлично, мне еще написали, что мне бан за что-то. Дать надо. На самом деле, мне кажется, то у них с руками что-то не так. Почему-то мне так показалось слегка. Так. Привет. Я вижу тебя. Я вижу тебя, непокорная херня. Вижу я тебя, непокорная фигня. Так, значит, сейчас и разберем. Все, я вижу, где у тебя что. Полморды мне оторвало, к сожалению. Арсенал едет. Так, он едет вниз. Значит, соответственно, здесь мы его где-нибудь подстережем. Здесь мы где-нибудь подстережем. Арсеналы. Надеюсь, что нормальный малый. Оу! О, блин! Вот это, блин, засада, засадская. Оу, сука! Арре, да я заочковал аж слегка. Нифига на ускорителях такой. Модный. Стильный, модный, молодежный. Не проедешь далеко ты, товарищ, не проедешь. Пусть там тебе жопка-то и придет. Там тебе жопку-то и прищемить. О, сзади атакуют. Пес. Не, чувак, остался ты безо всего. Я боюсь, что тебе тоже придет жопа. Да ё-моё. Есть один. Есть курить. Нет, товарищи. Вы вряд ли этим спасетесь. Вы. Потому что тебе сейчас придет попка. И тебе сейчас тоже придет попка. И останусь я один. Весь такой непобедим. Поддержка огнем. Есть. Первое место. Как видите, это не так сложно. Не так сложно. Там опять что-то мне писали. Наверное, гневное. Наверное, гневное. Надеюсь, что-то гневное. Так, ну вы-то все прекрасно видели. Склад. Склад, склад, склад. Где ты, где ты, где ты? Херовая карета. Так, а где у меня все краски? Не совсем понял, что это за глюки. Игра, что ли, залагала, да? А где у меня все? Секунду. Что-то какая-то проблема то ли с интернетом у меня, то ли с интернетом у них. Я имею в виду с серверами. Потому что мне куда-то все делось. Все вернулось. Прекрасно. Ого! Контейнер добычи. Контейнер сделай сам. Пополам с усам. Все такое. Погнали. Так, колесо малое СТ. Благородно. Спасибо. Нечего больше сказать. Так. И топливный бак. Ё-моё. Не повезло, давайте что-нибудь синее, какую-нибудь интересную вещь. Ну честно, я же не один ящик сраный открываю, колесо малое. Малое да удалое, знаешь ли. Синий ящик, а хули делать? Чуваки, а хули делать? Здесь нам попадется какая-нибудь, и здесь какая-нибудь стрёмная вещь, я просто офигею, и нам попадается дальнобой. Я не знаю, это хорошо или плохо, в принципе, 11 единиц энергии, это неплохо.
43 стоимость. Ну, дальнобой такая вещь, тоже, знаешь ли, на любителя не совсем то, что хотелось бы, конечно. Хотелось бы что-нибудь типа... Нет, стой, малышок. Малышочек. Хотелось бы что-нибудь типа, как у бешеных называется, кабина рыка. Вот, но, к сожалению, не получилось. Ладно, ребята, мне кажется, что на сегодня хватит. Выпуск уже довольно затянулся. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Было приятно с вами увидеться. Все, всем пока. Да, кстати, не забывайте добавляться на ко мне в друзья. Вот, Коперник 1888. Поиграем, посмотрим. Теперь точно. Всем пока.